Около 17 тысяч емкостей спиртосодержащей жидкости на сумму 500 000 рублей изъяли полицейские в Чебоксарах. На этом убытке владельцы продукции не закончились. Ему грозит штраф до 3 000 000 рублей. Продолжит моя коллега из пресс-службы МВД Ольга Павлова. Коробок с таким содержимым в гараже 40-летнего чебоксарца оказалось порядка 300. Более 2500 литров этилового спирта. Между тем, разрешения на поставку, хранение либо перевозку подобной продукции мужчина не имел. Как здесь оказался вот эти коробки? Я привез, поставил сюда. Когда? Летом. Откуда они у вас? На вопрос о происхождении спиртосодержащей жидкости хозяин гаража по машиностроительному проезду не ответил и в ходе расследования уголовного дела. В поле зрения оперативников нелегальный бизнесмен попал в начале нынешнего года. В январе 2019 года сотрудниками экономической безопасности противодействия коррупции была получена информация о том, что на территории города Чебоксары реализуется без соответствующей лицензии гражданином спиртосодержащая жидкость. По оперативной информации, подозреваемый сбывал товар коробками и канистрами в Чебоксарах и пригороде. Уголовное дело за незаконный оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере было возбуждено после получения результатов экспертизы изъятого. Санкция статьи 171.3 кодекса предусматривает штраф в размере от 2 до 3 миллионов рублей. Если вам известно о фактах незаконного хранения или реализации спирта либо алкоголя, просим звонить по телефону 24 20 66. За особо значимую информацию предусмотрено вознаграждение.